Отлично выглядишь, Монти! Что за... неважно. Вот мы и здесь. Получилось! Это пиццеплекс. Мы сможем увидеть Фредди. И я всегда буду любить тебя. Что за фигня? Это Монти. Эй, хватит надо мной смеяться. Иначе что? Вы об этом пожалеете. Пока. Бежим. Расслабься, бро, мы же пошутили. Лучше бы ты оставался в своей игре, приятель. Надо поторопиться. Ты труп, приятель. Скажи пока. Это не шутка? А? Эй, сюда! Давай же скорее! А? Эй, приятель, ты кое-что упускаешь. Смотри, там Грегори. Что? Просто где? Присмотрись повнимательнее. Я его не вижу. Он меня обманул. Хватит прятаться! Выходи на бой! Вы парочка кретинов! Окей, он на нужном месте. Давай! Пока, Монти! Это было легко. Да, легкотня. Что произошло? Где я? Я ничего не помню. Ну, погоди, что? Оу, то есть ты ничего не помнишь о том, как ты пытался меня убить? Я помню только странную белую крольчиху с пультом в руках. На самом деле она стоит прямо у вас за спиной. О, нет! Кто первый? Первому достанется внезапная быстрая смерть. На этот раз вам не сбежать. Давай скорее, она же нас убьет. Не говори так. Что происходит? Вам конец. Не надо было врываться в чужую игру. Вам стоило остаться в Майнкрафте. Я должен помочь им. Здесь вы не сможете зареспауниться. Он защитил нас. Бедный Монти. Надо ему помочь. Может, он еще жив? Давай, пойдем. Монти, как ты? Похоже, ему стало хуже, а? Смотри, это Ванни! Она уходит! Нет, прошу, дайте мне уйти! Я никогда не вернусь! Я фанат Among Us! Умоляю, отпустите меня! Я оставлю вас в покое! Она сумасшедшая! Да, на всю голову! Ребята, я не выкарабкаюсь, простите! Я люблю вас! Вы жжете! Я ваш преданный фанат! Прощайте! Монти, нет! Ты был так молод! Очнись, пожалуйста! А? Эй, может это почти как крафтить что-то? Мы должны попытаться! Отличная идея! Займемся этим! Будешь сиять как новенький! Перейдем сразу к концовке! Мне хорошо, как никогда! Спасибо, ребята, мне это было нужно! Ну, это было не так уж и сложно. Ты всегда со всем справляешься. Идите сюда, я хочу вас отблагодарить. Не волнуйтесь, вы в безопасности. Да, я в этом уверен. Эй, Стив! И что я опять делаю в этой дебильной игре? А? О, нет! Держись, Стив! Ничего не вижу! А? Чика? А? О, нет! Чика! Я не хотел ломать тебя! Она в порядке? Не думаю. Я просто хотела кусочек печенья! О, правда? Держи! Прости, ты напугала меня! О, нет! Надо ее починить! Но как нам это сделать? Может быть, мы сможем починить ее на верстаке? Смотри. На этом, например. Нужно отнести ее туда. О, правда? Кого? А? Чего вы так боитесь? Страшно, когда на кнопки нажимают. Давайте поиграем. Эй, Стив,
Мы должны отнести ее на стол. И что потом? Без понятия. Будем импровизировать. Хорошо. Вставай в погоню за этими плохими детишками. Конечно. О, нет! Твои родители ищут тебя, Грегори. Чего ты ждешь? Хватай их! Погоди-ка, получай! И еще! Что это такое? И не забудь об этом! Не могу пошевелиться! Что? Сама все сделаю! Не так быстро! Ничего не вижу! Это наш шанс! Скорее, починим ее! Тяжелая! Давай положим ее! Окей, а теперь делай как я! Почти готово, просто не останавливайся! Ну погодите, я вас прикончу! Готово! Я вернулась! Спасибо, ребята! Вы отлично справились! Чика! Юху! У нас получилось! А теперь решим проблему. Тебе конец, Грег. Чика? Мои уши! Время полетать! Она успокоится ненадолго. Да! Да! Это было потрясающе! Отличная работа, Чика! О, я тут вспомнил. У меня есть для тебя подарок. Какой? Печенье. О, правда? О, не стоило. Спасибо. Тебе спасибо, Чика. Я люблю вас, ребята. Это место просто шик. Не буду вам мешать. Новые друзья, с которыми можно поиграть. Ура! Что это? Берегитесь опасной нематроне! Вот он! Давайте лучше уйдем в другое место. Я не знала об этом аниматронике. Фредди? Эй, все в порядке. Пойдем. Где мы? Что? Я хотел спросить, можно с вами поиграть? Почему они убежали? Я уродец. Что это за табличка? Ох, ну это неправда! Фредди забыл свою игрушку! Может, если я верну ее ему, они простят меня? Думаю, мы от него оторвались. Эй, ребята, у меня для вас кое-что есть! Отойди! Не приближайся! Все идет по плану. А теперь добавим огоньку! Мне страшно! Плакать! Мы должны сражаться! Привет! Это твое! Это твое, Фредди! Возьми! Спасибо! Это все, что я хотел. Я не собирался вас обижать. Лучше я пойду. Неудачник! Солнце, подожди! Мы хотим дружить с тобой. Ты круче, чем мы думали. Да, присоединяйся. Ура, новые друзья. Что происходит? Что? Только не снова. Работай, тупая машина. Свет включился. Я вернулся. Да. Это еще не конец. Я клянусь. Что это за звук? Чика, кто это с тобой сделал? Не волнуйся, думаю, я смогу тебя починить. Оу, пойдем со мной, я отнесу тебя к моему верстаку. Ты такая тяжелая. Ну, привет. О, нет. Я тебя достану. Не волнуйся, Чика, я только отвлеку Ванни как-нибудь. Если получится, я смогу починить тебя. Где ты? Это место такое огромное! Вот ты где! Что же мне делать? Куда он исчез? Тебе конец! Готовься к смерти! Нет! Не подходи!
проваливай в свою игру! И что же ты сделаешь? На чем мы остановились? Прекрати бегать! Ты прекрати! Это мой шанс! Не шевелись, Чика! Что это? Я иду! Давай, Чика, пожалуйста! Я как новенькая! Спасибо! А? О, нет! Ванни! Прощай! Эй, ты! А ну-ка, стой! Спасибо, Стив! Как насчет пиццы? С удовольствием!